Ну, как-то не буду всю историю рассказывать. Вот я таким случайным образом оказался в Авгике. Ну, не буду рассказывать всю биографию. Я просто скажу, что не до конца проучившись, попав в армию, вернувшись, я случайно увидел, приятельница меня повела на фильм «Солярис», который удивительным образом, вопреки моему желанию, даже не желанию, сейчас, а чей это телефон? А, ты записываешь, да? Забыл просто.